Категорически приветствую вас, друзья! Меня зовут Рыбалка Юрий, и тема этого короткого видеоролика – опасные напитки. Это продолжение темы о опасных продуктах питания, которые следует ограничивать или вовсе исключать из своего рациона, если мы заботимся о здоровье. И заодно решил анонсировать вам тему следующей видеозаписи. Будет носить такое название – продукты питания на страже здоровья. Тоже подберу соответствующий рейтинг, озвучу вкратце, тезисно, но самое основное постараюсь изложить. Сейчас во время прогулки по этому чудному лесу, я нахожусь сейчас на юге Украины, город Николаев, пришла эта мысль в голову, что мы дети природы, и мы резонируем с натуральными живыми продуктами. Для нас самое важное, чтобы мы были в гармонии с окружающей средой, чтобы у нас в питании были живые ферменты, чтобы мы своим образом жизни не сопротивлялись природе, то есть чтобы мы были и соответствовали тем принципам, тем высшим каким-то законам, божественным, если хотите, чтобы мы могли сохранить себя как можно дольше. Потому что вот если слово «человек» можно расшифровать так, что это чело, которое дается навек, то есть оболочка нашей души, наше тело, чтобы оно сохранило молодость, энергию, работоспособность, нужно в первую очередь задумываться, что мы в себя вкладываем. И с точки зрения духовной, и с точки зрения физического аспекта, то есть чем мы кормим свой организм. Вот древние говорили, мы есть то, что мы едим. Вот эти все вопросы будут озвучены в следующем видеоролике. Дополнение к теме «Опасные продукты питания». Итак, друзья, на 10-м месте вода. Газированная, дистиллированная и так называемая артезианская. Вкратце о каждом. Принято считать, вернее некоторые полагают, что газированной водой можно утолить жажду, тонизировать организм, как-то его взбодрить, мол, эта вода способствует нормальному пищеварению и так далее. Друзья, это все стереотипы. По сути, жажду она не утоляет, как положено. Выпьешь стакан холодной газировки и через какое-то время опять хочется пить. Теплым чаем вот в странах Восточной Азии всегда отпивались зеленым теплым чаем. Он действительно тонизирует, поскольку он охлаждает организм. А холодная вода, она наоборот нагревается и хочется и больше все еще ее пить и уже, знаете, живот как барабан, но эффекта нужного мы не получаем. И, во-вторых, знаете ли, углекислота – это то, что мы выдыхаем. Но зачем ее заталкивать обратно? По сути, она используется, углекислота, вот эта СО2, как консервант. В частности, в сладких газированных напитках. О них мы сегодня еще поговорим вкратце. Дистиллированная вода. Тоже есть вопрос к ней, потому что, по сути, она вымывает из нас наши полезные минералы, которые столь необходимы, особенно летом, особенно когда жарко и мы потеем, особенно если мы занимаемся активным отдыхом, занимаемся спортом. И когда-то я прочитал книгу Поля Брега «Шокирующая правда о воде и о соли». Если так предположить, питаться, как Поль Брег рекомендует, то есть мы едим много овощей, фруктов, пьем свежевыжатые соки, салаты едим, то есть обогащаем свой рацион так, как он рекомендует, тогда вполне возможно, можно принимать дистиллированную воду. Но, с другой стороны, обратите внимание на источники, нет ни единого научно достоверного источника, который бы сказал, что да, дистиллированная вода полезна для здоровья. Точка. Артезианская. Здесь вопрос в чем? Друзья, это бизнес. Воду могут добывать из скважин 1500, 2000, хоть 5000 метров. Вопрос в другом. Какие там есть подземные течения? Как ее добывают? Во-первых, я в занятии, вернее, в видеозаписи о воде вроде бы упоминал, что когда вода рождается своим естественным способом, выходит наружу, вот как родник появляется, то эта вода поднимается вверх через плодородные слои почвы, поднимается она, кстати, по спирали, и впитывает в себя вот эту природную органику, впитывает в себя вот эти природные вот эти вот энергии. Эта вода считается как бы рожденной, а дистиллированная вода, она все-таки считается мертвой. И здесь, опять же, нужно знать, где подземные какие течения, потому что если это не вдалеке добывается от крупных городов, где есть перерабатывающие предприятия, то все эти сточные воды оказываются там, в грунте, и потом это все, конечно же, фильтруется, но соли тяжелых металлов и так далее никто не отменял. Так что, друзья, утолять жажду с помощью вот той или иной воды, о которой мы сейчас поговорили, не всегда рекомендую. На 9-м месте чай. Друзья, чай бывает разным, но то, что в пакетиках, это вовсе не чай. Есть чай, который заварится, извините, в холодной воде. То есть это красители. И по сути это не листовой чай, это пыль от листьев чайных. Это, знаете ли, безотходное производство. Чай, который мы в пакетиках бросаем в воду для того, чтобы заварить, чтобы мы еще знали, как
проверить срок годности. Это очень важный момент, друзья. У каждого чая есть срок годности. И не все мы обращаем на это внимание. Он где-то указывается на чаях, причем на дорогих чаях. Смотрите, вот картинка внизу, в левом нижнем углу. Плесень, которая появляется в чае, вот в заваренном в воде, в кипятке. Пусть он остынет. Налили в чай в заварничек 3 дня. Если у вас появляется такая плесень, можете смело этот чай выбрасывать, он не пригоден для питья. По поводу чаев, которые растворимые, которые приготовлены холодные чаи в бутылках, умейте читать информацию на упаковке, потому что там и лимонная кислота, и всевозможные консерванты, сахарозаменители и прочая всякая химия. То есть это далеко не чай. Чай бывает листовой, чай бывает разный, поклонники чая меня поймут. Чай – это культура, чай – это традиция, и чай – это не панацея, друзья. На этом хочу сделать особый акцент. На 8-м месте кофе. Но не просто кофе зерновой, а растворимый кофе. Бывает, доходит до маразма, когда пишут «натуральный растворимый кофе». Вот как на этой картинке, которую вы видите в центре. Растворимый кофе, по сути, это тот же пережженные зерна, тоже безотходное производство, которое пакуют в банки и по всему миру продают. В любом магазине, в любом маркете, увидите, сейчас это также мощный бизнес, это все продается большими партиями. По сути, что этот кофе делает с организмом? Он вытягивает из нас наши полезные щелочные минералы. Кальций, натрий, калий, магний. Все идет в расход для того, чтобы нейтрализовать вот эту чашку чая. В нормальных странах всегда к чашке, кофе. В нормальных странах к чашке кофе всегда приносят стакан воды для того, чтобы смыть вот то, что мы выпиваем вместе с кофе. Никто не запрещает выпить там раз в день или раз в два дня чашечку хорошего, ароматного, натурально заваренного, то есть зернового кофе, сваренного там на песке или в турке. То есть в этом напитке ничего плохого, предосудительного особо нет. И в нормальных дозах, то есть без фанатизма, его действительно можно употреблять. Но ни в коем случае, друзья, не растворимый. На 7-м месте сок. Сок бывает всего лишь одного вида. Это свежевыжатый. Весь остальной сок – это восстановленный из красителей, из консервантов. Вот здесь есть такие комичные картинки, можете полюбоваться. И, по сути, в пакетах, которые продаются, на внутреннюю поверхность тетрапаков, так же, как и на молочных продуктах, наносят вещества, ну, по сути, они как антибиотики работают. То есть, когда срок жизни продукта подходит к концу, ферменты, когда продукт богат ферментами, он имеет свойство пропадать, то есть портится. Это называется живой продукт. Но когда мы выжали сок, вот, допустим, мы знаем, сразу его надо выпить, потому что через полчаса, через час это уже не сок. А то, что в пакетах мы открываем, ставим даже не в холодильник, и он у нас не меняет ни консистенцию, ни вкус на протяжении там не то что одного-двух дней, в неделями будет стоять, мы пробуем тот же сок. Зачем это доставлять в организм, понимаете? То есть это вся та химия, которую организм впитывает, он не знает, как от нее избавиться. То же самое относится к пюрешкам, к нектарам, к морсам столь популярным, земляничным, там, ежевичным, брусничным и так далее. По поводу молока, друзья, ну только что упомянул, да, тетрапаки это не очень хорошо. Выбирай молоко, учтите, чтобы оно было короткого срока хранения, не более чем неделя. Лучше всего это молоко отечественного производства и то, которое стоит в холодильнике, потому что некоторые отделы в магазинах есть, где молоко, ну то есть по сути разведенка какая-то там, порошок, краситель, там, кстати, используется в некоторых таких молочных так называемых продуктах титановая краска, которая окрашивают, там, не знаю, самолет окрашивают. И по ингредиентам, кроме шуток, вам скажу, исследовал этот вопрос и столкнулся с такой любопытной информацией. Поинтересуйтесь. Далее, на 5-м месте, друзья, квас. Я рожден в Советском Союзе и помню еще вкус того кваса бочкового, за которым стояли очереди, и мы приходили с баночками, набирали этот квас домой. Потом, когда я уже стал чуть постарше, узнал, что бочки не всегда вовремя ополаскиваются, что там тоже всякое нехорошее происходит, не буду вдаваться в подробности. По сути, друзья, лучше всего квас домашний, правильно приготовленный. Об этом на последующих видеозаписях расскажу более подробнее. Скажу о квасе или что еще то, что тот, который продается в магазинах, там есть тоже консерванты, красители, не натуральный квас. И умейте, повторюсь, читать информацию на упаковках. И если есть сомнения по поводу какого-то продукта или какого-то напитка, то есть мнения, допустим, разделились.
за и против вы взвешиваете. Если есть какие-то против, лучше отодвинуть в сторону. Если вы можете обойтись без этого продукта спокойно, лучше обходиться. Вот, кстати, это касается столь популярного чайного гриба. Споры просто не утихают. Если разобраться действительно более, скажем так, подробно в этой информации, то чайный гриб, который выращивают, подкармливают сахаром, по сути, что это такое? Это тот же гриб, который вот в нашем организме, вот, есть полезные грибки, даже самая кандида – это полезный грибок, но только если он в ограниченном количестве и в определенных отделах кишечника живет. Если он разъедается, разрастается, если мы его подкармливаем или закармливаем сахаром, то это какая-то уже большая проблема будет в организме. Сейчас об этом много уже информации, много говорят. Ну вот книги пишут, грибы-целители, хищные грибы – друзья человека. Друзья, ну как могут быть хищные грибы друзьями человека? То есть они прорастают в нашем организме, по сути, и потом очень трудно их выводить. То есть какие-то антипаразитарные, противогрибковые программы надо мощные проходить. И не зря вот на этой картинке изображены животные. Лось, белка и такой милый поросеночек, это хрюшка. Дело в том, что у трех всего лишь животных есть ферменты, есть пищеварительные соки, попросту говоря, которые способны переваривать грибы. У человека этих соков нет. Повторюсь, если мы не относимся ни к белкам, ни к лосям, оленям и тем более к каким-то там хрюшкам, то мы должны с вами, друзья, знать, что грибы в человеческом организме, практически все грибы, я не говорю сейчас конкретно о чайном грибе, не усваиваются. Мы любим с вами вкус жареного лучка с морковкой с подсолнечным маслом. Если мы отварим любой гриб, попробуем его съесть без соли, без масла, без каких-то специй, он будет невкусным. То есть вот так мы можем определить, почему люди любят грибы, почему там грибы считаются ценным источником белка. То есть долго можно разбираться, копаться. То есть есть люди, которые сырые там грибы едят, шампиньоны и так далее. То есть эстетическое удовольствие человек получает. Вот вкусовые рецепторы особо действительно он невкусный. Просто по одной из мощнейших теорий, это вот излагаю свое субъективное видение. Люди, когда жили и расселялись по каким-то регионам, то есть они не сразу жили на всех континентах, преимущественно в тех лесах, где обитали люди, занимались там, допустим, там собирательством или там строили свои хижины, на кого-то там охотились или занимались земледелием, там был вот этот хвойный запах, вот этот мох и грибной запах. Знаете, когда заходите в осенний лес, вот грибники меня поймут, и, быть может, не полюбят за то, что я сейчас говорю, но, тем не менее, я считаю нужным это сказать. Запах грибов, он считается как бы родным для человека. У нас это как, быть может, на генетическом уровне что-то такое просыпается. Я лично ем грибы очень редко и, повторюсь, ради эстетического удовольствия. Ну, я все-таки немножко отвлекся от темы, друзья. Если можете обходиться без чайного гриба, обходитесь. Изучите этот вопрос более самостоятельно. Двигаемся дальше. На третьем месте пиво. Ой, с пивом, друзья, отдельная история. Если есть альтернатива, если вы никак не можете отказаться от пива, то рекомендую вам какое-то живое, нефильтрованное. Просто то пиво, которое сейчас продают в банках, в бочках, в бутылках, туда добавляется много гормоноподобных веществ. Вот почему у мужчин происходит ожирение по женскому типу. Вот почему у женщин нарушается гормональный баланс. Вот почему присаживаются люди, есть так называемый пивной алкоголизм, якобы продукт не такой уж прям вредный и опасный, но люди к этому имеют пристрастие. Есть несколько разновидностей так называемой пищевой наркомании, когда человек привязан, без сладкого он жить не может. Значит, у него там какие-то паразиты живут, которые требуют подкормки и сахара, те же самые дрожжи, вот о них мы сейчас говорили. Если человек не может отказаться от мясной пищи, от какой-то вот смешанной белки с углеводами, значит, у него происходит в кишечнике гнилостный процесс, они требуют вот эти бактерии, вот эти дрожжи, требуют подкормки постоянно. Та же история с пивом, друзья. Есть люди, которые от сыра с плесени, от того же не могут отказаться. Это история, которая была озвучена еще в прошлой видеозаписи. Друзья, энергетические напитки – это полная таблица Менделеева. Это прям космос, понимаете? Там добавляют якобы полезные аминокислоты, тот же самый таурин, если он органический, если в чистом виде, то это полезная аминокислота. Он и синтезируется в нашем организме, и столь полезен для активации работы головного мозга и сердечной мышцы, и тонус организма, и бодрячок появляется, и так далее. Но этот бодрячок мнимый, потому что
Также по аналогии с растворимым кофе идет перерасход ресурсов. То есть это напитки больше не те, которые заряжают энергией, они стимулируют организм делать вот такой всплеск энергетический, но потом проходит какое-то время и снова центральная особенно нервная система особо чувствительна к подобным напиткам. И было очень много случаев, когда профессиональные спортсмены, употребляя подобные напитки, зарабатывали себе массу неприятностей. Даже были судебные процессы, когда знаменитые спортсмены или спортивные команды судились с производителями, потому что были даже летальные исходы. И, по сути, почитайте информацию, есть в интернете в доступе, в открытом, из чего это все состоит и почему это вредно, почему иссушается мозг, почему эти напитки к обезвоживанию приводят, почему раздражается слизистая, почему нарушение работы поджелудочной на почки очень сильно оказывает токсическое воздействие, а как следствие токсическое воздействие на кровь. То есть производители, друзья, подобных напитков, повторю эту мысль, говорю не раз, но, как говорится, повторение мать учения, не думают о нашем с вами здоровье, они думают больше, конечно же, о чем? О своей прибыли. Больше всего о своей прибыли думают крупные компании, которые производят сладкие газированные напитки. Они с детства каждому из нас знакомы. Вот на этой забавной картинке вы видите какой-то фестиваль, который устроили, я не знаю, там, поклонники этого действа. Вот, быть может, вы видели фокусы в интернете, когда берут баночку газированного напитка, в частности, колы, и бросают туда конфетку Ментос. И провоцируется такая реакция, когда прям струя это бьет до потолка. Можете попробовать провести, повторить этот эксперимент, вы просто удивитесь. То есть, прежде чем давать своему ребенку или самим пробовать этот напиток, подумайте еще перед этим 10 раз. Даже некоторые врачи, я сталкиваюсь с этим, друзья, общаюсь с большим количеством людей, говорят, да расслабься, Юр, ну это нормальная штука, вот мы съели мясо, надо же его как-то растворить, нам иногда соляной кислоты в желудке не хватает, а вот Кока-Кола просто будет идеально растворять и способствовать нормальному пищеварению. Друзья, все это сказки в пользу бедных. Есть огромное количество использования подобных напитков в быту. Когда ржавый болт нельзя отвинтить, просто поливаем тряпку колой, оборачиваем, через какое-то время отвинчивается. Когда смоченный кусочек фольги очищает ржавчину с бампера, смоченный, естественно, вот этим напитком. Когда накипь чайники, когда мы наливаем туда любую, там, не знаю, спрайт или фанту или что-то еще, не надо его чистить, все это дело отпадает. Когда пятна отстирываются с одежды, если мы немножко добавляем колу прямо в стиральную машину. Когда, я не знаю, иконы, которые сдают на, не на реставрацию, а на оценку, допустим, иконы чем старше, тем они ценнее. Вот оценщики есть. И как делают люди, которые, ну, как-то промышляют этим делом? Они берут икону, раму обливают кока-колой, через какое-то время она подсыхает, еще раз обливают, и так несколько раз. И потом датируется срок старше, там, я не знаю, там, лет на 80 или на 100. И вообще... кола или другой газированный напиток, пролитый на паркет, просто его портит, если вовремя не вытереть. То есть масса случаев, вы можете также это все почитать в интернете. Я напоследок скажу, что в одной 0,33 баночке добавляется 7-8 кусков сахара. Это называется жидкий леденец. Представляете, какой удар по организму это наносит. Причем не в виде даже сахара, а в виде сахарозаменителей. Так что, друзья, вот такой условный рейтинг я вам предоставил по поводу всех вот этих напитков со знаком минус. По сути, это те же продукты питания, потому что все, что растворено в воде, называется питанием. Ну, на сегодня, пожалуй, все, друзья. Если остались какие-то у вас вопросы, задавайте в комментарии, непременно отвечу. Как всегда, искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего, позитивного настроения, бодрого состояния духа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если это видео было вам интересным или полезным. Всего хорошего, до новых встреч!